Дорогие друзья, сейчас будет заявление председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмеда Закаева. Только что закончилось экстренное заседание Государственного комитета деоккупации ЧРИ и правительства Чеченской Республики Ичкерия, которое прошло здесь, в Бельгии, рядом с Брюсселем. Члены Государственного комитета деоккупации ЧРИ прибыли из разных стран Европы, из Германии, Франции, Швеции, Австрии, Польши и другие. Я лично прилетел из Лондона. Сразу хочу выразить бельгийским властям благодарность, которые обеспечили безопасность данного мероприятия. Главным вопросом нашего заседания было обсуждение оказания помощи братскому украинскому народу в войне против российского агрессора. Хочу отметить, что 90% членов Государственного комитета деоккупации ЧРИ имеют многолетний